Ну вот и наконец-то подошел к концу верх фасада. Второй этаж закончен. Будем по чуть-чуть продолжать первый этаж, чуть-чуть в другом стиле. Ну и предлагаю посмотреть, как мы его заканчивали. До этого был ролик, как мы наносили фактуру, а сейчас давайте посмотрим, как был сделан финиш. Дэн, что ты думаешь по этому поводу? Какой цвет? Цвет? Хороший. Цвет хороший. Краска фасадная, база С. Ложится отлично, без пятен, переходов. И когда высыхает, она матовая. Золотище. Метод сухой губки. Оксана Николаевна, вам нравится то, что вы делаете? Да. Сухой кистью это не нанесешь? Чисто верхушечки, чисто правильно? Верхушечки. Наносим эмаль жидкое золото. Все-таки женская рука для таких работ просто создана идеально. Все-таки у нас у парней руки под лопату заточены. Легким движением руки, легким касанием, нежненько, с любовью. Не, у нас так не получится. Все-таки девушки, они самое то.
Девушки из золота это звучит. Да! Ну, теперь расскажу о маленьких нюансиках. Преимущество этой техники в чем? Ну, этих мазков, их называют пальмочки, ну, по-разному, в принципе. То, что скрывает дефекты подготовки за счет разного направления рисунка. Если был какой-то дефект на фасаде, какие-то переломы, какие-то, особенно когда стыкуется пенопласт при боковом освещении, особенно когда наносит более что-то гладкое, видать такие как бы зубы и изломы. С помощью этой техники этого не видать от слова совсем. Такие вот преимущества. То есть при любом освещении в такой технике фасад будет смотреться отлично. Недостатки. Недостатки то, что надо наносить стену от начала до конца. Потому что если будет где-то перерыв, то есть этот стык будет видать. Его тяжело замаскировать, потому что фактура высокая, фактура на фактуру, получается такое соединение. Или их можно идти какими-то специальными треугольниками, там где-то стыковаться над окнами, но лучше это в принципе не делать. Наносить от начала до конца, продумывать все вот эти этапы изначально, откуда мы начали и как мы заканчивали, где-то окнами проходим, где стыкуемся. Вот, если в такой технике два этажа, то желательно разбивать этаж рустом, потому что опыт показал, что сразу несколько этажей нанести просто тяжело, краешек подсыхает и получается не очень красиво в принципе. Такой у нас итог. Если понравилось, ставьте лайк, палец вверх и подписывайтесь на наш канал.